Всем привет! С вами рубрика «Познавайка» и я, Вадим Ольшанский. Слушайте продолжение истории про серого волка. Ходит, бродит серый волк, и зубами щелкает, да щелкает, шорстка как щетинка, вздыбилась на спинке. Волк грибов не хочет, только зубы точит, чтобы съесть зайчонка, мышку или ежонка. Что же делать волку? Мышка спряталась в норе, зайчик скрылся на бугре. Звери веселятся, волка не боятся. Ой, у волка зуб болит, и от боли он скулит. Волк не ест малину, клюкву и рябину. Гнался я за зайкой, зуб поранил палкой. Буду есть малину, клюкву и рябину. Звери, помогите, зуб мой исцелите. К волку дятел подлетел, в рот зубастый посмотрел. В нем торчит заноза, болен волк серьезно. И сказал сурово: все, больной, готово. Младших, волк, не обижай и зверей не догоняй. Если ешь грибные пироги, коли зубы дорогие. Всем пока! Встречаемся завтра в час дня. Познавайка вместе с ГДКНТ.